Ленском районе была организована работа бригады специалистов научно-практического центра фтизиатрии. В течение 2 дней врачи посетили противотуберкулезный диспансер города. Без внимания не остались и отделения самой больницы. Были посещены и поселки Витим и Пеледуй, где бригада ознакомилась с проведением мероприятий, которые ведутся фельдшерско-акушерскими пунктами для раннего выявления туберкулеза. По итогам визита состоялось совещание, в ходе него были озвучены данные по Ленскому району. Так, за 10 месяцев текущего года было выявлено 15 человек, заболевших туберкулезом, часть из которых с запущенной формой. Виной тому стало несвоевременное обращение пациентов за помощью к врачам. Однако в целом специалисты дали высокую оценку работы Ленской центральной районной больницы. Поэтому огромное спасибо администрации Ленского района, администрации Центральной районной больницы, которая с 2013 года взялась и начала продвигаться вперед. И надеемся, конечно, по туберкулезу нельзя наугад сказать вперед, но у вас улучшилось. Улучшилось выявление, показатели. И мне бы хотелось пожелать, чтобы в этом же направлении медицинские организации, медицинская общественность и главы муниципальных образований были в одном звене и боролись за здоровье населения Ленского района.